вчера не ест. Погода была. Да, утром прохладно. Ну так вообще погода-то, знаешь, ничего. Налаживается. Чередов привезли мне, да? Холодильник убрал, абрикос. И я свой вот такой вот срезал. Так что мы меняемся. В разные сорта поехали. А у меня хорошо, рядом с ним слева раздел. Я на нее привею, все без проблем. Так что так вот. А я всегда в рынке была. Я все из кромса. Бордовые, маленькие, небольшие, не роговатые.